Сегодня столбик термометров Кустаная опустился до минус 25 градусов. Усилили мороз, ветер и влажность в регионе. Уже в 6 утра городской отдел образования принял решение об отмене занятий с нулевого по 7 классы первой смены. Новость обрадовала пользователей соцсетей, которые наперебой стали писать об этом в комментариях. Причем орфография радостных откликов у большинства хромала. Четко! Блин, 10 и 11 тоже люди. Чего они в школе будут делать, если школа пустая? Пожалейте нас! Меня даже родаки не отпускают. Так что, школа, отдыхай сегодня от меня. Такая картина со шквалом комментариев ежегодно. При этом многие комментаторы свои претензии адресуют нашей телекомпании. Стоит напомнить, что «Алау» к отмене занятий не имеет никакого отношения. На нашем сайте, в соцсетях и на телеканале лишь размещается информация. Температурные нормы по отмене занятий ежегодно одни и те же. Минус 25 градусов, соответственно, при наличии ветра до 5 метров в секунду – это нулевые четвертые классы. Минус 27 градусов – это нулевые девятые классы, и, соответственно, минус 30 – это нулевые одиннадцатые и первые-вторые курсы колледжей. Решение принимает компетентный орган, отдел образования Кимата города Кустаная. Соответственно, ни средства СМИ, ни Центр гидрометеорологии по Кустанайской области отношения к отмене занятий не имеют. Однако, как только это решение принимается, уже в 6:30 часов родители и дети могут узнать информацию об отмене занятий на официальных ресурсах, а также на телевидении, радио и сайтах, куда отдел образования направляет уведомления. Также школам могут порекомендовать сократить уроки. Рассказал Евгений Терентьев и о разнице показаний на градусниках кустанайцев. Зачастую родители очень много задают вопросов, почему мы смотрим на градуснике минус 30, а занятия не отменены. Движение учащихся с 7 до 8 утра. А самая минимальная температура, соответственно, на восходе солнца, она вот в 9, в пол десятого. Сейчас, соответственно, это время будет смещаться. Поэтому мы занятия отменили в 6 утра. Дети наши в школу уже ушли, соответственно, за партами уже сидят в 8:00. Действительно, в 9-10 часов температура может на градус, на 2, на 3 быть ниже. Поэтому родители вправе оставить ребенка дома, сообщил Евгений Терентьев. Алексей Кудрявцев, Болсло Ликенова, РТН.